А перед началом ролика я хочу рассказать вам про один очень интересный конкурс. Специально для вас мы совместно с разработчиками Apple Store и Google Play проводим розыгрыш на 100 тысяч рублей в номинации 20 призовых мест. Успей принять участие, ведь до конца конкурса осталась всего неделя. Ссылка в описании. И всем привет, с вами Мистик и Лагер, и мы нашли железо, и наконец-таки у нас будет железо. Что за фака, курица, бич. Слушай, тут всего, походу, 3 куска железа. Нет, 4! И мы сможем сделать автомобиль! Это не та передача, Лагер. Автомобиль! Ну, блин, вышло же хорошо. Серьезная тема, серьезная. Откуда коровы берутся? Я не знаю. Они охренели. Ты мне что-то не договариваешь. Ну, на самом деле, есть такое. Зачем ты спамишь? Я не хотел тебя просто оскорблять, но... Знаешь, я, короче, помнишь, что? Я говорил, что за каждую обидку ты мне должен шоколадку. Или столько шоколадок не будет. Ты сейчас обидел мои носки, да? Угу. Ну, знаешь что? Вот я вот тебе сейчас скажу это в лицо. Отдай железо! Да нахрен мне твое железо. Ты что, его выкинул? Отдай железо, дай случайно. Ты дурак. Отдай железо, Лагер. Догони. Не хватает одного железа. Догони. Пошел ты, скотина. Догони меня. Понимаешь, насколько ты плохо поступаешь, мне теперь не хватает. О, господи, я уехал. Комаров. Бил. До второго. Слушай, а тут реально далеко? Так, было бы очень хорошо, если бы ты мне напомнил. Я потерялся! Стой, лодка, стой! Серьезно, если я сейчас не приеду назад, то я потерялся. Чувак. Окей, Лагер. Ярик. Ты мне все нормально, все, я вижу, все. Лагер. Да. Как делается забор? Забор? А, прутики такие берешь? Ну, палочки взял. Прутики такие. И, короче, хреначишь их в 6 этих штук. Я понял, подожди. Это калитку я сделал. Мне не хватило. У нас просто должна быть калитка по-любому. Зачем тебе калитка? Ну, я хочу сделать забор. А я хочу уехать в лучшую жизнь. Как оно делается, Лагер? Я нашел, все. Ты мне неправильно подсказал. Да моя логика довела меня. Да не за что. До безумия, до сумасшествия, до самоубийства, до снимания летсплеев. Я делаю... Я делаю хлеб! Не, серьезно, по-моему, ты заспавнил карту, которая состоит тупо из одного острова. Нормально. В смысле нормально? Все будет хорошо. Не будет так, хорошо. Делаем большой загон. Хорошо, огромный не загон будет, делаем. Понимаешь? Все голосуют за Лукашенко. Окей, у меня не хватило досок. Пойду еще сделаю. Тум-тум-тудум. Нам нужно дом будет красиво построить. Я возвращаюсь назад, жди потом меня. Я буду через 30 секунд. Жду. А, хлеб, соль, минералка. И все как положено. Встречай меня с левой стороны, если смотреть. Да? Ну, встречай меня, почему? Вот, я видел тебя, встречай меня, пожалуйста. Подожди. Ну, Ярик, ну, у давай меня быстрее. Очень важная 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, я приехал. Где? Ну, правда, я немножко разбился там. Куда ты вообще приехал? Ну, сюда, домой. Ты ко мне приехал, я тебя даже не вижу. С какой стороны ты приехал? Я приехал слева. О, привет. А дай мое железо. Да, железо. Да. Да. Что-то привет. Такое было. Что-то я встречал. Да. Ну? Да. Рожай давай быстрей. Да, что-то было. Было что-то. Яйцо в глаза! Я тебя понял. Я, значит, корову буду спалить. Ну, тебя в срок. Окей. Хотел я корову, я ж сделал, идет хлеб. Пшено надо, чувак. Я знаю. Ой, я знаю. И, кстати, походу, оно не высыхает, если здесь что-то есть. Оно высыхает. Да? Да. Ну ничего, все не высохнет. Нам нужны скелеты.
Нужно больше скелетов. Не, серьезно, нам нужны скелеты. Не, нам серьезно, очень сильно нужны скелеты. Нам нужно... Отдай железо, лагерь, одно хотя бы. Ладно. Давай быстрей. Мы так с тобой не выживем. Ты где? Я вас закопал. Блин, по-моему, это будет слишком палевно. Я не понял. Так неинтересно. Я тебя понял, лагерь. Так я все буду хранить в Эндер-сундуке. А тебе он не так... Пока нету. Неплохо, да? Но ведь еще не поздно. Так, стоп, хватит. Кролик похожий на кота белого пушистого. Их тут три. И надо что одного. Же он делает? Одного надо убить, их трое. А прикинь, Та-дам! Короче, надо доставить самку и самца, да? А короче, прикинь, я сейчас этот убиваю нормального самца, второй гей, и у нас больше не будет кроликов. Ой, лагер. Блин. Не, я тебя понял, в принципе. Слушай, у меня есть экзотика. Все бывает, даунизм не лечится в наше время. Ё-моё. Кстати, этот, хочешь экзотики немножко? Давай. Сейчас удиви тебе, меня. Сейчас тебе кое-что. Оно ж на 4 блока, да, по-моему, распространяется? Да, 4, то есть в окружности. Ну, тебе можно было не так много воды, ну ладно. Вот так вот, да, примерно? Ну, где-то да, вот видишь, у тебя вот тут вот заспавнилось, так что можешь еще это, типа, увеличить. Ну, оно же до сюда не дойдет. Дошло, видишь, она же стала серой, как твоя. Серьезно? Да. Сейчас проверим. Смотри. И там с той стороны нет, можешь увеличить. Оно не доходит. Да, дойдет, не сы. Ну, смотри мне. Офигеть, у нас ферма. Знаешь, что это? Только по ней топтаться ж нельзя, нужно сделать, наверное. Что это, знаешь? Мясо. Лагерь, у нас опять ночь, а мы еще ничего не сделали полезного. Чье? Твое мясо, блин, заткнись уже. Нет, дай мне, наконец-таки, поплакаться из-за того, что у нас ничего не есть. Даже деревья не посажут. Need help, бьяч! Пау! Я деревья сажаю, ты не видишь? О, нет бэкап. Росточки. Росточки. Бабочки, носочки, юбочки, цветочки. Маловато как-то у нас росточков, я тебе скажу. Думаешь? Ой, там еще, слушай, свинки есть. Так что мы еще и свиней сделаем. Опа-на, я видел эндера, я понял. Пора уходить, мне здесь делать нечего. Хорошо. Слушай, аккуратно. Тут такая, короче, беда. А там скелет немного в броне. Дверь глюканула. В смысле? Ну, в прямом. Ты ее сломал? Да. Зачем? Ты мне наврал. Я хотел тебя не пустить. Тыц. Тут все дверь сломалась. Допустим, покажи. А, серьезно? Я не про это. Ну да, нужно починить. Я займусь. О, я тебе как друг помог, видишь? Починили. Да, дружба. Спасибо. Короче, ну тебя нахрен, я пошел в пещеру. У тебя есть? Нет у тебя, я понял. Есть. Что? Ты хотя бы знаешь, что я имел в виду? Носки. Как ты узнал? Ну, просто мы гении. Хватит читать мои мысли. Одинаково. Что? Гении мыслят одинаково. Хорошо. Я тут пока гамак растяну. А тут какой-то странный камень. О, слышь, чувак, серьезно, работает. Иди сюда. Что? Иди сюда, быстрее. Что работает? Ты обязан это увидеть, понимаешь? Если ты это подожди, не увидишь, я копаю пещеру. Ты в Майнкрафт играл зря, если ты это не увидишь. Допустим. Иди сюда, быстрее, ну господи, сейчас может исчезнуть. Ты сможешь меня удивить, точно? Да, обещаю. О, господи, мне нужно тут эскалатор построить. Быстрее, господи. Да я бегу! Ну сколько ж можно, блин, ты понимаешь, сейчас сложно. Вот исчезнет, но. Ну, я поднялся. Быстрее, ты видишь мой ник? Ну? Беги на него, быстрее. Ты понимаешь, что ночь на улице? Быстрее, господи. Смотри, это гамак. А, из-за этого я поднялся, да? Из-за этого. Чувак, это гамак. Замечательный гамак. Эй! А вот это уже было лишним. Я не специально, я не думал, что оно тебя будет бить. Мне говорили, это доброе дерево. Чувак, я натянул гамак, как твой... Что-то пошло не так. Нам нужно дом сделать хороший. Да, окей, давай. Короче, давай мы сделаем две комнаты рядом, типа, мы не гей, типа, стенку разделим, и у нас этот... Ну,
будет такая крутая комната. Ну, две, в смысле, типа, не гей. Интересная мысль, интересная. Ведьма, твою мать! Чувак, реальная ведьма, я тебе говорю. Все? Умер? Еще немножко. Вот теперь да. Еще и крипер, где мой меч? Вот мой меч. Так, я, короче, слышишь, рискну, наверное, и пойду на тот остров. Где моя палка? Вот где моя крипер? Палка. Пипец, я рискованный. А, тут чувак, яйца валяются. Ой, господи, я умираю, серьезно. Она меня кинула зельем, я умираю, чувак, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, я тебя умоляю, я тебя больше никогда. Только попробуй сдохнуть, я тебе нахрен сам. Я тебя больше никогда не буду дергать за чу, помоги мне, пожалуйста, пожалуйста, у меня уже хп. Я бегу, господи, понял, за такое не грех и добежать от тебя. Слышь, слышь, она реально кидается, блин, она меня только один раз кинула, я умираю, все, пожалуйста, прости меня, я был хорошим, сильно умираешь. Хорошим другом, я все. О, ядреный коллайзер! Пол хп, пол хп, пол хп. Я сзади. А, я не умираю, у меня пол хп, чувак, изи. В меня вроде не кинуло ничего. Слушай, я ее убил, она меня ничего даже не кинула. Чувак, изи, пол хп. И просто ничем не поделилась. Пол хп, просто пол хп. Привет. Не трогай меня, у меня пол хп. Я хотел проверить. Но ты столько раз говорил пол хп, что... Не, ну просто когда отравляешь этот, ну типа она не может убить. Это как в доте Виномастер, знаешь, когда ультует, всегда один хп остается. Чё-то я не помню этого. Виномансер. Ну, так, что ведьник, понял, все. Вот, вот. Так бы сразу и сказал. А на что ведутся эти свинки? На морковь. Свинки, да, на морковь. Моркови ты, у меня нет. Ты можешь натянуть морковь на веревочку. О, и... нет! О, нет! Это очень плохая идея. Там, короче, скелет в железной броне и с зачарованным железным луком. Так у меня железным? Палка. Стоп. Есть. Или что? Мне показалось? У меня есть палка. Пошли. Ты палкой не справишься. Отпина. Да. Ты с кем разговариваешь, холоп, пошли вот пинаем, пошли. А нет, обычный, и не зачарованный, слышишь? Иди сюда, пошли отпинаем. Зачарованный? Видишь, слушай, палку, а если выпадет? Палку видишь? Видишь, пойдем? Палку? Видишь палку, палку видишь, да? Точно идем. Полетели, бич. Ты смотри, я иду, но главный прикол в том, что он как бы далековато. То есть крипер сзади, чувак, уходим, уходим, серьезно, блин, я не шучу. Я жрать хочу, я не могу бегать. Быстрей, быстрей. Шевели батоном, мудак, быстрей! Не, мне нужно пожрать. Удачи тебе, мой друг. Я любил тебя, помни. Помни, я любил тебя. Пони? Помни. Пони. Ты дурак, сюда иди, быстрее, сюда, Ярик. Ну, господи. Ты ж господи. Сюда, быстрее, там еще крипер сзади, нет! Быстрее сюда беги, быстрее. Да быстрее. Пошло оно все в жопу. Сюда, беги, твою лысую задницу. Ну все равно беги сюда. Он за мной. Лагерь. Быстрее, на, еду, еду, на, на, блин, быстрее, быстрее. Ай, чувак, прости. Зачем ты берешь? Сам жрать хочу. Все, лагерь, плохая идея, короче, ночью выходить. Нам нужно сначала. Будем, короче, фермерами. Не будем мы крутыми, будем фермерами. Вот, смотри, вон, смотри, в золотой броне, пошли его отмудохаем. Пошел. Я хочу зубы золотые. Все. Я хочу золотые зубы, пошли ему дадим по щам. Буду здоровым. С чам. Буду здоров. Сколько тебе хп, кстати, осталось? Все. А, нет, 4 хп. А, ну. Я себе это еду восстановил полностью. Ты за меня счастлив? Я один хрен, что мне не пришлось тебя кормить. Господи, это когда сынок сам кормится, это вообще замечательно. Как-то нужно нам коровок запихать. Я сейчас попробую, короче, их просто так запихать. А ну шла сюда, шла сюда! Слышь, ты жирная, давай в калитку вмещайся, ядреный коллайзер. Это дверь открыта. Давай, давай, жирная, туда, давай. Господи, по-моему, она в 3 раза больше калитки. Серьезно? Не в ту сторону. По-моему, нам надо принять меры по расширению этого. Калитки? Проходного пространства. Коровы. Во! Смотри, запихнули. Сломал. Привет. Сейчас я вторую принесу. Так мы ее не через калитку впихнули. Она тупая, она даже не захочет прыгать, слышь, сюда. О! Это корова умнее тебя, походу. Ну-ка, ну-ка, ну да, умнее. Ее просто толкают, она ничего не понимает. Умная корова, умная. Зато видишь, она прыгнула. Все хорошо, умная корова. Стой, куда ж ты потянул-то ее уже? Видел? Ты видел этот видео, типа. Тихо, где... тихо, 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 лагерь! Видел, где это, типа, автомобиль зацепило этот, ну, типа, за заднюю арку так и потянул этот грузовик не видел. Что мы делаем лагерь? Я не знаю, мы долбимся в корову. Она зашла сюда. По-моему, плохое сочетание. Долбимся в корову, но. Окей, пихай ее сюда. Пихай, натягивай, давай. У нас не очень получается. Натягивай, давай, быстрее, толкай, ну не туда толкай, ну господи, ты что, не видишь, куда толкать, промазал. Всё! Тут две дырки рядом находятся, что ж ты не попал-то. Пошла отсюда.
Слушай, надо это, этот... Свет, свет, свет. Нам нужен, нам нужны лампочки, ну, в смысле, эти, ё-моё. Знаешь, вот после этого момента я сейчас представил вот это, я представил этот момент без видео, а просто звуком, это выглядело ужасно бы. Какой? Ну вот это пропихаю. Что? Нет, не туда. Кривой. Да, прикинь, 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 это, короче, без видео. Ты говоришь, что подставить под другое какое-нибудь видео. Блин. Это будет не очень. У меня сейчас в голове просто проиграла эта фигня и, знаешь, как-то не очень. Ну, как-то есть такое. Ну, чуть-чуть разве что. Да, ой, железо. Ты железо нашел? Да, гляди, у нас скоро будет броня. О, горящий скелет! Это как горящий призрачный гонщик, только горящий, мать его, черепушка. Он хочет меня убить. Офигеть, да тут, слушай, неплохо так. Мне даже на нагрудник, наверное, хватит. Нет, не хватит. Жируешь, зараза? Жируешь? Конечно. Я ж добрый, я с тобой, конечно, поделюсь. Когда-нибудь. Я, может, в следующей броня, серии. Броня, или броня. Через неделю. В сезоне. Почему нет? Так что да, мы нашли еще немножко железа. Мы, наконец-таки, запихали в коров... В смысле, коров запихали. Мы сделали небольшую ферму, которая потихонечку у нас улучшается. Так что всем спасибо за просмотр. С вами были Мистик Лагер. Мы уже продержали 2 серии. И это, кстати, круто. Мы могли столкнуть ферму. А знаешь, а вот самая, короче, большая фишка, что мы сделали в этой серии, это посетили мой гамак. Да. Наверное. Мне кажется, это вин, потому что это самое успешное, что случилось в этой серии. Ну, как бы тебе сказать. Всем насрать на твой гамак. Да. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами были Мистик и Лагер. Всем удачи, до новых встреч. Байбэк. В смысле, байбай. Yeah.